Всем привет! Приготовим домашние роллы. Для приготовления роллов нам понадобится рис, огурец, соленая рыба, крабовые палочки, листы нори, немного уксуса и творожный сыр. На 500 грамм риса 550 мл воды. Рис промываем, доводим до кипения, убавляем газ на самый минимум и варим 15 минут. 1 чайную ложку уксуса разбавить водой. Добавить 1 чайную ложку сахара и немного соли. Все хорошо перемешать. Подготовим начинку для ролла. Возьмем огурец, разрезаем его пополам, так будет удобнее работать с ним. Огурец можно нарезать очень тонкими слайсами и соломкой. Толщину соломки лучше выбрать по вкусу. Далее подготавливаем крабовые палочки, их можно просто нарезать пополам. Готовый рис снимаем с огня и накрываем полотенцем, чтобы он впитал лишнюю влагу. Рыбу режем толстой соломкой, примерно как на видео. Через 15 минут заливаем рис уксусной заправкой и хорошо перемешиваем. Рис рассыпчатый, но при этом липкий. На циновку выкладываем лист нори и рис. Совсем немного. Разравниваем. Чтобы было удобно работать с рисом, руки лучше смачивать водой. Выкладываем творожный сыр, рыбу и огурец. Начинка может быть любая, все по вашему вкусу. Слегка смачиваем лист нори и начинаем закручивать наш ролл. Очень плотно подтягиваем к себе, зажимаем, и вот такой ролл у нас получается. Так продолжаем делать со всеми остальными роллами. Подготовим шапочку для запеченных роллов. Немного майонеза, перчим, добавляем крабовые палочки, хорошо перемешиваем. Нарезаем наши роллы, лучше всего мокрым ножом. Выкладываем все на форму для выпечки и начинаем покрывать нашей шапочкой. Отправляем все в духовку на 180 градусов примерно на 10-15 минут. Для жареных роллов возьмем одно яйцо, немножечко муки и молока. Все хорошо перемешиваем и также подготавливаем панировочные сухари. Ролл необходимо окунуть полностью, не нарезая. Окунаем ролл и обваливаем в панировочных сухарях. Ролл обжариваем в масле примерно 3 минуты. Вот такие вкусные домашние роллы у нас получились. Живите со вкусом, Стайлер!